Всем привет, это видео-версия сайта Trantas News, и сейчас расскажу вам о лучшем европейском автомобиле 2020. Организаторы конкурса Car of the Year назвали победителя 2020 года. На первом месте оказался хэтчбэк Peugeot 208 второго поколения, который набрал 281 балл. Занявший первое место Peugeot 208 обошел Tesla Model 3, набравший 242 балла. Porsche Taycan с показателем 222 балла, Renault Clio 211 баллов, Ford Puma получил 209 баллов, Toyota Corolla 152 балла и BMW первой серии всего 133 балла. В голосовании приняли участие 60 журналистов из 23 стран Европы. Победа стала для французской марки четвертой по счету в 21 веке. В последний раз компания Peugeot побеждала в конкурсе в 2017 году с кроссовером 3008. В прошлом году первое место занял Jaguar I-Pace. Тогда же, впервые в истории конкурса, два финалиста набрали равное количество баллов. Те же 250 очков, что и британский электрокар, достались спорткару Alpina A110. Организаторам конкурса пришлось сравнивать, сколько членов жюри присудили тому и другому участнику первое место. По такому показателю впереди оказался I-Pace. У меня пока все. Больше новостей вы всегда можете найти на нашем сайте trantas.news. Пока!